Конечно, Максим Марцинкевич был убит. Только конченый дебил поверит в то, что это было самоубийство. Все на это указывает, и более того, демонстративно сделано все, чтобы мы точно знали, что официально это будет объявлено самоубийством, но всем будет ясно, что это убийство. Более того, если внимательно присмотреться, будет понятно, кто убийца. Никто персонально, а какая категория лиц совершила это убийство. Меня в этой истории больше всего огорчает ее театральность. Театральность жизни, театральность смерти. Вся жизнь нашего народа становится какой-то дурной театральщиной. И здесь нам как раз в этой театральной постановке, в потоке этих постановок, предлагают очередную постановку, причем уже совершенно в наглую, демонстрируя разрыв между реальностью и тем, что происходит на вот этой сцене, где нам демонстрируют тени того, что не существует. Фотография, посмертная фотография тесака Марцинкевича появилась для всеобщего обозрения. Ну, вообще, рассматривать трупы – это не самое лучшее занятие, не самое полезное. Но в данном случае сделано все так, чтобы люди посмотрели на смерть человека, который боролся, как мог, как считал нужным, против половых извращенцев, от которых, конечно, очень много вреда. И самый главный вред, о котором не говорят, это клановая структура, в которую сложились эти персонажи и которые проникли во власть везде, в том числе в Российской Федерации. Я это видел в Государственной Думе. Не думаю, что с тех пор там что-то изменилось, только ухудшилось. Одного из персонажей, которого тогда я приметил, я вижу теперь на посту губернатора Смоленской области, и он снова получил этот пост. То, что голубое лобби существует в администрации президента, это даже и не скрывается. Ну, скрывается, может, от тех, кто и не хочет ничего знать. Эти люди уже отмежевались от нас и считают, что они в каком-то смысле настоящие люди, а мы нет. Мы-то думаем по-другому, но власть в их руках. И я совершенно не сомневаюсь в том, что борьба против олигархии современной, сложившейся в Российской Федерации, и борьба против извращенцев – это одна и та же борьба. Я не был знаком с Максимом Марцинкевичем, я не одобрял его деятельности, потому что это все тоже театральщина, все это впустую. Но я вижу, как эту театральщину подхватывают путинские СМИ. Они тут же сделали, кажется, на РЕН-ТВ целый фильм о тесаке, какой ужасный, как они его называли постоянно, нацист. Нацист. Какое отношение Марцинкевич имеет к нацизму? Никакого, ровным счетом. Но так его надо называть, чтобы вообще обозначать всех врагов олигархии. Кстати, красные совсем не враги. Это соучастники. Все эти сталинисты, все эти коммунисты и даже социалисты. Это соучастники. Это те, кто живет применительно к подлости. И вот этот фильм показывает, что театральная постановка была заранее спланирована. Все видеоролики оказались под рукой, они прямо как будто вот те, кто должен был блюсти тайну следствия, и вот ту самую фотографию, про которую я сказал, и все эти видеоролики тут же передали, чтобы все посмотрели, всем сообщить. Ну вот такое грандиозное событие. Тесак в одиночной камере где-то нашел бритву и вскрыл себе вены. Хотя не собирался этого делать никогда и много раз об этом говорил. Я думаю, что правильнее было бы действовать в этом и подобных случаях не публично. И вообще политика во многом делается не публично, если публичная сфера фальсифицирована. Где же остается реальность? Так только за пределами публичного дискурса. На телевидение здравых людей не пускают, политические силы там не представлены, там только одна и та же сила, только разные фракции, они даже перестали спорить между собой.
все то, что представлено в Думе, это фракции одной и той же живодерской партии, которую ошибочно называют партией власти. Там это не власть, это самозванцы, которые теперь уже совершенно беззастенчиво демонстрируют извращение даже своей физической натуры, не только извращение своего духа. И вот это событие, которое мы с прискорбием увидели, оно еще раз подчеркивает, что против нас ведется война не на жизнь, а на смерть. Война новыми методами и новыми субъектами, которые не светятся, не показывают себя. Они только обозначают себя. Вот в данном случае они обозначили себя вот этим убийством. Они могут обозначить себя там отравлением Навального. Я не сомневаюсь, что это было реальное отравление, хотя все театральные элементы в нем присутствовали. Хотел того Навальный или не хотел, хочет ли он этого сейчас. Им, его, фигурально выражаясь, его головой будут играть в футбол. Немецкие политики, закулисье какое-то, которое не будет никак себя именовать, которое будет там склонять Путина украсть еще что-нибудь, но обязательно поделиться с ними. Все это будет. Мы должны оставаться настоящими русскими людьми, несмотря ни на что. И не устраивать из своей жизни театра, и всегда видеть, где театр, а где реальная жизнь, где слова, которые ведут к действию, а где просто болтология. Что-то должно происходить с нами, когда мы сталкиваемся вот с такой демонстрацией смерти, с таким совсем уже даже не намеком, а прямой угрозой нашей жизни. Она выражается в разных моментах, и самая страшная угроза исходит, конечно же, не от какой-нибудь там Обамы, а транслируется, по крайней мере, точно через Кремль, лично через Путина и через все расставленные им креатуры, среди которых, никаких сомнений нет, очень много извращенцев или людей, которые к этому лояльно относятся. Они нам прислали черную метку. Так и рассматривайте это. Все нормальные русские люди. Вам смертью Максима Марцинкевича прислали черную метку. А мы должны сказать им: разберемся. Будет русская власть, разберемся с вами, со всеми. Вытащим вас из всех щелей. Вытащим, посадим сначала в баночку, рассмотрим внимательно, ну, потом дустом. Россия, русскую власть.